Всем здравствуйте! Расскажу вам принцип установки розетки или выключателя в лист гипсокартона. Гипсокартон – это гипс по краям, оклеенный картоном. Он очень удобный в эксплуатации, превосходно режется и с ним очень удобно работать. Показываю на примере, как режется лист гипсокартона. Берем изнаряд нож, линейку. Надрезаем верхний слой. Ломаем. И разрезаем. Как видите, лист гипсокартона очень удобен в эксплуатации. Его очень удобно разделывать, просверлить отверстия, устанавливать на профиля, делать перегородки, все что угодно. Поэтому он используется везде, где только это возможно. Где есть стена из гипсокартона, там всегда нужно поставить розетку или выключатель. Как бы мы ни старались, мы просто так розетку на гипсокартон не поставим. Для удобства сниму панель декоративную с розетки. Розетки все устанавливаются всегда в коробке, в специальной коробке. Коробки бывают разных видов. Данная коробка специально предназначена для установки их в лист гипсокартона. Чем они отличаются от розеток обыкновенных, которые ставятся в стены? Хотя эти тоже можно ставить в стены. У них есть болт, который подтягивает усики с одной стороны и с другой стороны. Двух сторон. То есть, если мы будем подтягивать их, то есть крутить по часовой стрелке, у нас усики будут приближаться к краю коробки. Именно этими усиками, благодаря этим усикам, коробка и крепится на листе гипсокартона. А теперь я вам это все расскажу немного поподробнее. Итак, нужно просверлить сначала отверстие в листе гипсокартона. Просверливаются отверстия специальными коронками. Они продаются в магазинах под любой диаметр. От точечных светильников для потолка в ванной комнате, как пример, заканчивая отверстие под коробки. Чтобы не задерживать ваше внимание, я уже просверлил отверстие в листе гипсокартона. Вот оно. Если, предположим, у вас нет насадок, можете просто взять коробку, обвести ее карандашом и вырезать ножом. Ножом, пилкой, как вам будет угодно, удобно, как вам это подойдет. В нашем случае отверстие уже есть. Далее. Самый, конечно, удобный вариант, когда вы навесили лист гипсокартона на стену, на потолок и сразу завели провода и сразу можете установить коробку. В противном случае вам необходимо немного открутить усики, чтобы они у вас свободно ходили с одной и с другой стороны. Немного их ослабили. Таким вот образом. После этого коробка вставляется. Да, не забываем сразу вывести провод из отверстия, куда вставляете коробку. В коробке находятся специальные места для вывода провода. Вот здесь они находятся. В принципе, можно вырезать на любом месте, это пластик. То есть сначала вводим сюда провод, вставляем его через коробку, выводим сюда. Только после этого вставляется коробка. Не забываем заводить провод. Будем считать, что провод у нас заведен. Коробка вставляется. Что у нас происходит с обратной стороны? Так как у нас усик ослаблен, он у нас опустился вниз. Вот он. И мы начинаем его с обратной стороны просто-напросто крутить, подкручивать. Мы его подкручиваем, он поджимается к листу гипсокартона. После мы его переворачиваем
и отходит другой нижний усик. И его также начинаем подкручивать. Все. У нас оба усика подкручены. Что бы я посоветовал в этом случае делать? До конца их не заворачивать. Оставить им свободу небольшую. Для чего это делается? Когда мы установим розетку, окончательно коробку, и привинтим, и выставим ее в горизонт ровно, когда мы поставим окончательно коробку, и выставим ее в горизонт, мы после этого сможем просто выровнять ее, и после этого уже подкрутить винтики окончательно, и усики прижать. Подтягиваем. Все, мы их подтянули полностью. Вставляем коробку. В коробку вставляем розетку. И подключим винтики. Все, розетка наша закреплена. Осталось установить только декоративную панель. Все, розетка в лист гипсокартона установлена окончательно. Все, всем спасибо.